И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, и сегодня я решил записать еще один видосик по сайту Force Drop и открыть на нем кейсов уже на 100 рублей. У меня 4 рубля осталось с прошлого открытия. И моя задача — это окупиться. Не знаю, что из этого получится, потому что в прошлый раз я не окупился, я ушел в минус на 20 рублей. Но в этот раз, я думаю, нам больше повезет, так как у меня все-таки соточка уже, не 25 рублей. Так что давайте начнем открывать, получается. И да, в прошлом открытии я использовал промокод, и мне еще, получается, 25% было дополнительно. Но так как я закидывал, получается, 20 рублей, то, в принципе, я мог не уйти-то и сильно в минус, если бы оставил себе вот эту пушку Галил. Но не суть, давайте начнем открывать. В прошлый раз мне вот этот холл-кейс довольно-таки неплохой лут давал. Давайте попробуем его открыть в этот же раз. Откроем его, можем, давайте, 3 раза. Давайте посмотрим, что с него выпадет. Я надеюсь, хоть что-нибудь, только не серое. Серьезно? Охренеть просто, какой лут, он мне так нравится. 3 рубля, серьезно? Мне с одного кейса выпадало 6 рублей. Хрень, не кейс, короче. Ну, давайте по мелочи. В прошлый раз мне банк вообще ни хрена не давал. Трейн давайте откроем. 1. Хоть много денег, но все равно надо экономить. Пытаться. Ну, блин, даже до пиксельного камуфляжа не докатилось. 5 рублей. Мы в плюсе. Мне понравилось. Давайте еще раз. Давайте тогда по одному кейсу открывать, а не так сразу по несколько. Так, видимо, чуть получше выпадает. Немножечко. По-моему, тоже, нет? Давайте. Последний раз. Ну, пожалуйста, он хочет... Ну, давай. Один рубль стоит. Так, я недоволен. Давайте холл-кейс еще раз откроем. Я надеюсь на него. Хотя бы не сильно в минус уйти, чтобы... Ну да, конечно, параш какая-то. 1 рубль. Ну серьезно, какой 1 рубль-то, а? Вы что, издеваетесь, блин? Я не хочу тут в минус ходить. Вообще надо было открыть, не знаю, химию какую-нибудь. Ладно. Ладно. Алло. Случайный тег 9. Ну да, армейская сетка выпадет. Так, надо думать. Что мы можем открыть? Давайте банк откроем. Что тут ничего годного нет. Хотя мне в прошлый раз вот это, по-моему, выпало. Или с контракта, это, скорее всего, с контракта. А. Так быстро. Но мы ушли в минус. Сайт баганулся. Ну, еще раз. Блин, я испугался немножко. Ну, пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Ну, хотя бы не в минус. Блин, этот смокинг стоит рублей 20. Рубль. Понял. Кейс, больше тебя не буду открывать. Походу, я опять в минус иду. У меня такое ощущение. Что открыть-то? Давайте... О! Вот, что-то я такого не видел до этого. Давайте этот откроем. Понял? Я понял. Давайте... Лейк. Блин, тут тоже какие-то парашинские скины все. Тут ничего годного нет. 5 рублей, давай. Сейчас контракты закинем, попробуем окупиться. Хоть синенькая, хоть какая-нибудь. Ну, давай серую. Я понял. Да. Да, нам парашка какая-то выпала. Давайте в контракты закинем. Что мы можем закинуть? 5 рублей, ни хрена себе. Давайте закинем. Так, по мелочи. Так.
туда нажал. Блин, куда он делся? Я же нажал добавьте, а не открыть его. Ладно. Это. Что еще тут дешманское? Вот это можно. 32 рубля может выпасть. Ну, скорее всего, за 15 рублей выпадет. Инфосотка. За 7. Еще хуже. Окей. Давайте закинем еще раз по мелочи. Давай. Что ты мне сможешь выдать? Ну, кстати, неплохой скин довольно-таки. Мне даже нравится. Но мы в минусе, в жестком. У нас 35 рублей на балансе, а тут, не знаю, рублей на 40. Так, мне это не очень нравится. Не знаю, открыть его еще раз. Давайте еще раз откроем. Я думаю, выпадет вот этот. Ну хотя бы, ну блин, ну почему серый постоянно падает? Нахрена мне это серое нужно за 2 рубля? Сейчас идем в плюс. Трейн откроем. Выпадет красный кварц. Я вас понял. Даю еще одну попытку. Ну блин. Ну ты серьезно издеваешься, что ли, а? Даже до щебня, блин, не долетел. Рубль. Не, ну, сайт меня валит. Это видно. Типа крутой лут, да? Угу. Кому же он выпал? Ютуберам, наверное, да? Да. Ютуберам. А, это бонус, блин. Я что-то уже путаю. Но все равно. Подкрутки, все дела. А мне какие подкрутки? А мне ни хрена никаких подкруток. Давайте. Так. Че это? На 17 рублей может выпасть. Хотя бы больше 5 рублей выпади. Я уже буду рад. 6 рублей. Ну хрена себе. Да, у нас вот эта синяя пушечка, я ее не буду продавать, она мне нравится. Я ее себе заберу, скорее всего. Давайте зайдем. Че это такое? Вон, тут много красного, кстати, довольно-таки. У меня денег на него не хватает. Так, какой мне кейс давал что-то? Я Dust 2 очень мало открывал. Давайте попробуем разочек открыть. Что нам выпадет? Ну хотя бы. Ну латунь, ну почему не латунь? Ну хотя бы латунь-то выпала бы. Ладно, еще раз. Ну пожалуйста. Ну хоть что-то, сколько она стоит? 11 рублей. Кстати. Это довольно-таки неплохо. Давайте еще раз откроем тогда. Ну хотя бы синий. Ну не. Пожалуйста, хоть бы. Так. Тихо. Вот уродина, а. Рубль. Давайте последний раз. Походу, опять в минус иду. Ну да, тупо минус. Я понял тебя, сайт, да. Вот так вот ты даешь лут. Какой окуп? На 25 рублей ни хрена не окупился, на сотку тоже никуда не окупился. Сражение, даже заходить не буду, там 100% слив сразу же. Контракты. А что мы можем кинуть в контракты? Да ни хрена. Ты это можем. Ты это. Чё ещё?
давай, что ты мне? Что ты мне дашь? 7 рублей, кстати. Мы в плюс ушли небольшой. Сколько весь этот лут может стоить? Давайте посчитаем. Это где-то 9, 19 рублей. 15, так, 25, 26 где-то. Это 34, 42, 50, 55 рублей где-то. Ну, мы пока что в минусе на 55 рублей. На 45 рублей получается. Давайте вот эти пушки скинем. Так, сейчас я обновлю. Давайте вот это скину. И вот это вот. Видите, вот эта пушки мне, в принципе, нравится. Довольно. На 78 рублей может выпасть, кстати. Но также может и на 5 выпасть. Довольно-таки дорогой контракт, я бы сказал. Очень дорогой. Ладно, давайте. Попробуем. Может быть, хотя бы что-то выпадет. 15. Кстати, смотрите, он красивый. А мне даже нравится такой скин. 15 рублей. Почти самый дорогой дроп, который у меня был вообще хоть когда-то. Так. Давайте. Так, нет. Давайте откроем. Не откроем, а закинем вот это. Вот это. Вот это и вот это. Даже 0, да? Так. Так, спокойно. 30 рублей у нас контракт, получается, стоит. Сейчас главное не уйти сильно в минус. Блин, дорогой контракт. На 110 рублей может выпасть. Но в то же время и на 7. Так, ладно. Давайте. Открываем. Хоть, ну, пожалуйста. 20 рублей. Мы в минусе. Очень большом минусе. А если я вот это все закину? Не, это очень рискованно. Я предлагаю забрать все это, пока мы сильно в минус не ушли. Мне, в принципе, нравятся эти пушечки довольно-таки. Давайте вот это заберем. В смысле, проблема. Ну да, мне ничего чуть не идет. Я уже очень долго жду. О, смотрите, сразу 2 пришло. Ну да, это то, наверное. Что я должен сделать, чтобы принять его? Открыть просто, да? Да, подтверждаю, принять. Все, супер. Так, и давайте вот это тогда еще получим. Подтверждаем обмен, принимаю. Отлично. Это тоже получил. Вот это вот опу... Ладно, давайте тогда ее продадим. Потому что, скорее всего, она тоже стоит в 2 раза дешевле. Ну, как и все остальные, в принципе, пушки. И откроем вот этот вот кейс. Вот. Раз, откроем его. Да. Оп, карамельное яблоко. Вот этот мне нравится скин даже. Давайте еще раз откроем. Так. Нет. Фу, ну хотя бы карамельное яблоко. Слушайте, а неплохо. Если мне сейчас фартанет и выпадет красный кварц, я охренею просто. Пожалуйста. Ну, давай, давай. Ну хотя бы. Последний раз. Пожалуйста, ну хотя бы щебень вот этот. Понял. Я вас понял. Какая-то параша выпала. Давайте закинем. Оно одинаково стоит, я не знаю, какого оно качества. Ну, что-то может выпасть. Давайте откроем. Пожалуйста, хотя бы, не знаю. Друзья! Дорогие друзья, это довольно-таки неплохо, слушайте. Мы ушли еще даже больше плюс.
Слушайте, а это мне нравится он даже. Этот MP9. Давайте его попробуем забрать. Ладно, я попробую его получить чуть позже, но если вам понравилось это видео, то вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну и всем до встречи, всем пока.